Добрый день, дорогие подписчики, с вами канал CryptoxBlog и обзор токена под названием RKS. В моем сегодняшнем обзоре речь пойдет о довольно необычном проекте, хотя, казалось бы, он является всего лишь ERC-20 токеном на блокчейне Ethereum, но вот его применение и возможности являются действительно необычными, и я бы даже сказал революционными. Итак, давайте ближе к сути. Токен называется RKS. Сейчас он используется только в рамках платформы IRE, как ее внутренний токен, а также торгуется на нескольких биржах, как полноценная криптовалюта. Однако в будущем токен RKS станет частью глобальной инфраструктуры, в которую будет входить несколько блокчейн-платформ и по крайней мере еще три смежных с ним криптовалютных токена. Проблемы, которые призван решить токен RKS. На сегодняшний день информация является одним из самых важных и ценных ресурсов. Многие компании готовы платить огромные данные, чтобы узнать мнение людей, их интересы и ценности. Однако современный рынок данных может предложить только покупки и продажи информации, собранной различными программами и сервисами у пользователей, по сути без их ведома и разрешения. При этом сами пользователи за предоставленную информацию о себе не получают никаких компенсаций, а компании зарабатывают на них большие деньги. Именно это и сможет решить токен RKS, давая людям возможность оцифровать и токенизировать свои личные данные, превращая их тем самым в ценный актив, в ценный ресурс. Платформа IRE. Как я сказал в начале, сейчас токен RKS используется в рамках платформы IRE. На нем предоставлено в данный момент 5 различных подразделов, с которыми пользователи могут взаимодействовать для проведения всяческих операций со своими личными данными, такими как ценности, убеждения, интересы и предпочтения. Список подразделов или сервисов платформы IRE выглядит таким образом. Первое. IRE Bridge. Это кошелек, который позволяет юзерам платформы оцифровывать и токенизировать данные для их дальнейшего использования на платформе IRE. Второе. IRE Voice. Это глобальная библиотека пользовательских данных. Третье. IRE Mine. Раздел, в котором пользователи платформы могут анализировать загруженную информацию для лучшего взаимодействия с ней. Четвертое. IRE Share. Рынок – своего рода торговая платформа, которая позволяет людям, участникам экосистемы IRE, торговать своей информацией за токены RKS. Пятое. IRE Base. Головной центр платформы IRE, который связывает воедино все ее сервисы и подразделы для лучшего взаимодействия пользователей. Все эти 5 подразделов работают как единое целое и позволяют добиться цели, поставленной разработчиками RKS, глобальной цифровизации и токенизации предпочтений и ценностей людей, а также предоставление им контроля над своей информацией. Разработка и управление RKS. Токен RKS, как я сказал в начале, будет являться частью глобальной инфраструктуры. В данный момент она разрабатывается японской компанией EFA, которая была основана в 2014 году и сейчас базируется в Токио и управляется президентом Масаши Мизукура. Однако в будущем компания EFA отойдет от централизованного управления проектом RKS, передав бразды правления в руки децентрализованного фонда, который далее будет заниматься развитием и управлением экосистемы, используя для этого 10 миллиардов токенов RKS. Это ровно половина от общей эмиссии, которые будут в нем заблокированы. Также компания EFA, помимо токена RKS, планирует выпустить и свой собственный стейблкоин для более простых и удобных расчетов в рамках проекта RKS, а также другие виды токенов для управления и коммуникации в сообществе. И, разумеется, в будущем проект RKS будет перенесен в блокчейн Ethereum для более быстрой работы. Экономическая сводка о токене RKS. В данный момент выпущено 20 миллиардов токенов RKS, из которых 10 миллиардов будут заблокированы в специальном фонде. Сам же токен RKS сейчас торгуется на двух криптовалютных биржах – Probit Exchange и KuCoin, а также входит в листинг таких сервисов, как CoinMarketCap и CoinGecko.
За сути, пользователи на обеих биржах осуществляют торги примерно на $250 000, а цена на сегодняшний день составляет 29 центов и имеет хорошую волатильность. На этом мой обзор подходит к концу, и если вы хотите больше узнать о проекте RKS, то сможете это сделать по ссылкам в описании. С вами был канал CryptoXBlog. Благодарю за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!